Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. И сегодня я для любителей криптовалюты хочу поделиться вот таким вот краником. Называется BitVideo. Значит, такой ничего кран, можно присоединиться к группе на Facebook, Twitter и к Telegram-каналу. Регистрация, значит, здесь она простая, но приходит письмо на почту. Там в письме будет код, это выскочит окошко, нужно ввести код подтверждения, чтобы подтвердили свой email адрес, и зайти по логину и паролю, потом уже в кабинет. Значит, такой вот краник, он тут кран, он без таймера, можно пособирать постоянно BTC сатошики. Значит, у меня вот баланс 108 вот этих монет BVC. Это, смотрите, вот здесь статистика, 108 вот этих монет, 39 сатошиков. Вот 41 я уже вывела, 15 сатошиков. Значит, что у нас здесь? Есть здесь вот видео, но оно не у всех оно работает. Как бы можно зарабатывать. Здесь очень много на чем можно зарабатывать. Но я сижу только на кране. Значит, вот в каких странах показывает вот это видео работает, как бы, да? Далее нажимаем здесь вот эту. Так. Ага, и здесь вот Affirval, Clixval, ну, тоже, значит, это кнопочка вывод, Виндраф. Вот у меня 108 монеток. Значит, сюда вводим сумму 108. Вот у меня. Ну, при регистрации указываем свой биткоин-адрес, который привязан к Faucet Hub. Вывод все на Faucet Hub. Вот здесь курсы есть. Сколько одна вот эта монета. Нажимаем Виндраф. И монетки ушли на Faucet Hub. Давайте перейдем на Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. И мои сатошики прибыли, вот BTC сатошики, вот только что 39 сатошиков прибыло на Faucet Hub. Краник платит. Далее. Так, вот это у нас кран. Сейчас я покажу. Здесь вот майнинг. Можно как бы запустить майнинг и майнить сатошики. Но, как я подозреваю, это будет работать процессор. Как бы нагрузка на компьютер. Я, как бы, он мне не надо, я не собираюсь им пользоваться, мне хватит и краника. Далее, это наши уровни. Вот у меня первый уровень, я вот только что зарегистрировалась. Хочу сказать, что монетки набирают. Вот у меня баланс обнулился, видите, 0 вот в правом верхнем углу, зелененький. Здесь вот наши уровни. Далее. Вот здесь находится наша партнерская ссылочка. Вот она, наша партнерская ссылочка. Кому интересно свою, я оставлю под видео и баннеры. Далее. Есть еще здесь игры. Ну, я тоже как бы играми не увлекаюсь. Наша статистика. Далее. Мой аккаунт. Тут профиль, здесь статистика рефералов, history, далее help, support и вопросы-ответы, ну и выход. Далее, давайте вернемся к кранику. Так, Faucet кран. Как я сказала, он без таймера и сатошики набираются очень быстро. Мы опускаемся чуть ниже. И вот на синюю вкладочку нажимаем claim. Нас перебрасывает сейчас на страничку.
где мы будем разгадывать капчу. Так, сейчас мы разгадаем капчу. R-E-A-T-I-V-I-T-R-O-C-E-S-S. S. Так, правильно, вроде 2S. Нажимаем на синенькую вкладочку. И ждем секунды. Нажимаем Get Link и возвращаемся на краник. Опускаемся чуть ниже и опять нажимаем. Вот 12 монеток мне начислили. Нажимаем опять вот Claim. Опять меня перебрасывает на страничку. Разгадываем капчу. Нажимаем на синюю вкладочку. Опять ждем секунды. Нажимаем Get Link. Нас перебрасывает на краник. Опять опускаемся чуть ниже. Опять клеим. Ну, еще разок и все. Еще плюс 12. Видите, 24 уже. Поставлю пока на паузу. И пройду как бы капчу. Жду секунды. Get link. Так, и плюс, что мне еще, 12 монеток. Итого у меня вот 36 монеток, это 13 сатошиков. Нажимаю Windraw. И вбиваю 36 вот сюда, вот в эту первую строчечку. Так, 36. Нажимаю Windraw. И сатошики у мои ушли на Faucet Hub. Переходим опять на кошелек. Опять перезагружаю. И, пожалуйста, вот мои BTC сатошики прибыли на кошелек. Вот такой вот простенький экранчик. Собирается все очень быстро. Кому интересно, пользуйтесь. Вроде как все рассказала. Тут сами уже поклюкаете, переведете на русский язык, почитаете. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.